Гурдик носится по новой территории, освоился. Совсем не страшно. Зато место сколько бегать и весело. Мячики уже все влезают в пасть. Можно переносить, очень удобно. Кусту малины, похоже, через пару дней придет конец. Ну, ладно, выросла она тут сама. Вроде как и не очень-то на месте. У нас руки не доходили прополоть. Грудика дойдет. И зубки, и лапки. Все будет сделано. Зато тренировка хорошая. Ой, ты ж скачешь, как конь. Рудя. Что заглядываешь? Ох ты ж лис. Ну, хоть бы солнышко сегодня посветило. Дождик полил, пусть несколько дней уже будет солнышко. О, спортсмен. Огурца уже не хочешь, да? Не лиси это дело. Ну, правильно. А земляничку съел бы. Ух, комары. А вот и дичь, да, летает. Набегался уже, да? Ну ты все утро зажигал, да и ночью тоже бегал. Ешь, ешь, никто не отберет. Солнышко хорошо сегодня, а то вчера дождик. Подсохло. Все? Ах ты баловный. Лис баловный. Ба. Разбегу на чердак. Оп. Угу. Можно теперь носиться. И песочку свежего подсыпали. Ребенку. О, как хорошо-то. Баранчика нашел.
Знаешь, медведи будешь таскать. Да, ненадолго тебе хватит этого куста малины. Мне что, специально высаживать? Вон там. Сейчас. Нет, Рудька. Пока рано. Выкопаем картошку, откроем тебе проход по участку. Так постепенно и привыкнешь. Тут бывает и мышки бегают, и лягушки прыгают. Ну, воробьев много. Изловчишься. Твое счастье. А тренироваться надо. А домик так и будет стоять, и проход открыт, чтобы ты постепенно привыкал и переходил на жизнь в природе. Так и будет, да. Растешь, видишь, у тебя вольер шире, больше. Вчера боялся, сегодня уже вот. Пожалуйста, освоил, бесишься. Ага, спрятался, там закоулочек есть. У Рудика секретный. Что, и птицы летают, видно? Да, здесь и небо. Сетка не закрыта там. Малявка, не лезь сюда, птаха, к Рудику. Сначала боялся медведя, теперь все. Быстро уже привыкает к новым игрушкам. Дальше. Неинтересный, не играет с тобой, да? Вот этот мишка. Поваляй его так. О, решил поесть? Нет? Сыт? Да у тебя пузичка-то кругленькая. О, за ухо его, за ухо. Вот на твой дом лезть не надо. Ты уже такой стал. Все тебе везде. Вот так, да. Ну, отрабатывай прыжки и все. Лис. Давай. Победил? Молодец. Все, сидит, он сдается.
Что там, птички летают? Что бы тебе такое интересное-то еще сделать дать? О, с мячом интереснее, чем с медведем. То сидит себе вот так его за лапу, да-да-да. Так-так, чтобы он тут не мешался. Место только занимает, да? Вот как ты. Куст. Ох, раздербанишь весь куст. Ну, ладно. Ага. О, как ты можешь мячик уже водишь. Гоняешь его. Снеговик уже встал. Грязевиком, как ты его укатал. Да, медведя неинтересно с ним играть, так и не потреплешь. А, вот, надо убирать снеговика. А тут и все его, все. Тут мне потом вытаскаешь. Весь наполнитель. Ну, поддай, Мишке, поддай. За лапу его. Вкусно. Сидит себе. О. Да, этот Мишка большой.